Вкладывать в донскую экономику инвесторы должны иметь гарантии. Условия господдержки на время реализации инвестпроекта меняться не должны. И закрепить гарантии законодатели планируют, приняв поправки в закон об инвестициях в Ростовской области. Комитет законодательного собрания по экономической политике рассмотрел законопроект о предоставлении господдержки инвесторам. Они должны, конечно, понимать о том, что их права оговорены и защищены не только на сегодня, но и во временном периоде. То есть те изменения, которые могут происходить, скажем, в нашем регионе в законодательстве, они ни в коем случае не должны ущемлять их права. Вот этот закон гарантирует их право на осуществление инвестиций без потерь в будущем. Проект закона об инвестициях в Ростовской области рекомендован к рассмотрению на заседании законодательного собрания 21 декабря.